Дамы и господа, приветствую вас на канале Blitzfan. Время потыкать канал палкой, точнее сказать, труп канала палкой, да? И вообще осознать, что здесь происходит и каковы намерения, в общем-то, у меня. Здравствуйте! Здравствуйте! Давно не виделись! Очень рад вас всех видеть. 18 человек, вот это да! Ничего себе! Почти как в лучшие годы канала. Это потрясающе. История, конечно, каждый стрим должен начинаться с восхитительной просто истории о том, что было за это время, куда я делся и куда мы двигаемся. Конечно, конечно, как без этого. Итак, что случилось? По завершению турниров весенних и весеннего сезона я был весьма разочарован позицией разработчиков и некоторыми событиями, которые случались на поприще танковых развлечений. И в итоге наше сотрудничество с ними прекратилось. Для всех, кто не был в курсе, так или иначе, все, я теперь не работаю с Wargaming, чтобы вам всем хорошо, доброго здоровья было. И в итоге в самостоятельное плавание ушел. Не сказать, хорошо это или плохо, сложно сказать, но не сошлись мы в некоторых мнениях. И решил я взять небольшой перекур между созданием видео непосредственно и выходом долгожданной, конечно же, функции записи реплеев. Да, об этом мы тоже, конечно, поговорим. Пожалуй, сразу отвечу на вопрос, куда я потратил все деньги. Вы видите, что сейчас у меня 358 голдиночек всего лишь, и это не так, чтобы сильно много. 20 тысяч у меня было на аккаунте, и это было одним из мотиваторов, откуда они взялись и куда их девать. Ивенты я не проходил, CDC у меня был, причем CDC у меня был с камуфляжем. Но на Т-62 у меня камуфляжа не было, ребята. Ну, господи, это же такой повод. Повод прикупить себе голдовый камуфляж. Теперь все десятки, на которых доступен камуфляж, и которые есть у меня в ангаре, у меня одеты божественным образом в голдовые камуфляжи. Это прекрасно. Что касается оставшегося огромной суммы, это, конечно, камуфляж на ИСа 3. Один из моих любимых танков, мы на нем и поедем тоже сейчас, кстати. А почему у меня тут ничего не развито? Так, вот это и открываем. Открываем, да, тратим детали. Нужно скорее тратить все детали, да. Итак, и в итоге, по завершении всех этих мероприятий, Чифтейн у меня тоже есть, кстати, да, вот, CDC, с камуфляжем, со всеми наворотами, то есть он у меня уже есть. Но вот она, родимая штучка, которая появилась в моем ангаре за целых 13 тысяч голды, которые были нынче в предложениях. Не ожидал я, что будет тайп продаваться, причем еще и с камуфляжем, но тем не менее он продается, что не может меня не радовать. А халявная голда, прилетевшая из Поднебесной, ну, понятно, что, скорее всего, это за комментирование турниров нам прислали. Но, правда, было это давно, и я не проверял. У меня игра вообще была удалена. Прошу прощения, без кофейка не обойтись, конечно. И в итоге, поехали, конечно. И буду сейчас немножко рассказывать. Решил я сделать перерыв. На фантике все спустил. Ну, не все на фантике. Значит, перерыв у меня случился. Случился он по многим причинам, как я уже обозначил, и разрыв, болезненный разрыв с разработчиками. Ну, конечно, как же могло быть иначе? С кормушки меня отлучили, от кормушки, да, и теперь никакой тебе голды, никаких заносов, замнения там и так далее. Чтобы вы понимали, это сарказм и так далее. На месяц према обменяешь? Господи, вы что? Какой прем? О чем речь? Нет, забудьте никакого према. Но спасибо. И не играл я в танки. Более того, так как вы, вероятно, знаете, я работаю преподавателем в школе. Началась эпоха экзаменов, концертов для учеников. Нужно было достаточно активно их подготавливать к кого-то к выпускным, кого-то к... Какой серьезный молодой человек. Кого-то просто к экзаменам, особенно первоклассники. Они еще молоды, у них небольшой опыт выступлений. И, конечно, я не мог...
отказать им в помощи, из-за чего и не было возможности делать контент на канале. Это вторая причина, да. Ну и, конечно, третья. Ты заколебала меня, прости, эта игра уже. Ну сильно, сильно. Прям как-то поднадоело. И решил я, что пора бы заканчивать с этим дерьмом. Более того, все возможности... Не, ну вы... Нет, тяжелые снаряды, как обычно. Возможные перспективы развития в области танкового... искусства, позвольте сказать, весьма сомнительны, потому что максимум возможного развития непосредственно через разработчиков происходит, а с ними как-то вот не задалось. И вообще были у меня вопросы, продолжать ли канал, может быть его стоит закрыть, что с этим делать и так далее. Но, как вы видите, я в танках, а значит, это что-то да нам говорит. А что это нам говорит, конечно? А говорит нам это... Следующее. ЛБН, как вы видите в названии. Реплеи активно мне присылают на почту. Спасибо большое, ребят, очень приятно. Я прям в шоке был, честно говоря, не ожидал, что кто-то вообще еще помнит об этом. И кто-то ждет, надеется и следит. И некоторые реплеи я отсматривал. Но у меня закралось смутное сомнение. Когда выходило обновление с реплеями, насколько я знал из патчнота, который удалось изучить, что там не будет свободной камеры, а также не будет возможности. Спасибо, точное орудие. Не будет возможности отматывать реплей, вообще хоть как-то их воспроизводить, то есть всегда все равно должна была быть запись. Но не тут-то было. Оказывается, файл реплеев действительно воспроизводится через клиент игры, он весит немного, его скидывают, и можно посмотреть, и я уже сам могу записать, что-то смонтировать. Это было приятно. Именно поэтому я и установил танки, просто чекнуть, да, проверить, чё это все мне шлют эти файлы реплеев? Я думаю, неужели, ну как бы все думают, что их можно воспроизвести? А оказывается, это я был такой тугой, и на самом деле можно их воспроизводить. Однако, делать рубрику «Лучший блиц недели» в виде, который был раньше, мне, признаться, не хочется. Ну класс, победа. Что? 15 минут почти. Ну, я сам думал в 22:00, но тут такая жара пошла, я не мог отказать в удовольствии. Ой, вы музыку слышите божественную танковую, вот это да. Вот это да. Ну что, давайте на тапе скатаем. Ни одного боя еще на нем не катал. За голду, конечно, все вот эти штучки как бы развил. Ну, вы понимаете, как бы, да. Отголосок былого величия канала Blitzfan. Ну ладно, пустой треп. И в итоге... Рубрика ЛБН, в виде, в котором она существовала раньше, выходить не будет точно. И закралось у меня смутное сомнение, а почему бы не попробовать организовать эту рубрику в прямом эфире? Да, кто-то скажет, эй, у кого есть пипи... Ну, в общем, идею перенял там, бла-бла-бла и так далее. И, возможно, многие будут правы. Однако, насколько я знаю и насколько я мониторил и изучал непосредственно каналы товарищей своих, они и Кавай, Кавай и Perfect Mind изучают реплеи с позиции ошибок. То есть, какие ошибки были соблюдены, какие решения были приняты в боях и к чему это все привело. Вы, я думаю, догадываетесь, что я не самый скилловый игрок в танки, поэтому я готов стебать ваши реплеи. Без регистрации и смс. Ну, это, конечно, шутка, но... делать обзоры реплеев в юмористическом ключе с непосредственным комментированием в прямом эфире. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях вот на раз, два, три. Я надеюсь, что все готовы. И я, конечно, приму то или иное решение. И более того, если вам эта идея понравится, мы уже сегодня, под конец трансляции, можем провести нечто подобное. Отдельно я потом запилю ролик, где расскажу, как, куда скидывать реплей и что вообще со всем этим делом дальше будет. Что же катурует? Вообще, всем привет, ребята! Рад вас видеть. Господи, 24 человека, вот это да. Рад вас всех видеть, привет. Что касается голды за реплеи, то, как вы можете догадаться, я с разработчиками уже не сотрудничаю, а значит и голды
не будет, к сожалению. Надеялся я, что с выходом реплеев удастся все это сделать, но безвременно почившее сотрудничество накладывает некоторые коррективы на дальнейшее развитие и канала, и вообще всей этой тематики. И поэтому на данный момент не реализуем функционал передачи голды, увы. Как бы мне не хотелось. Поэтому, если вы готовы и хотите повещать свой грандиозный нагиб на достаточно крупную аудиторию канала BlitzFan, пускай и не до конца живую, но тем не менее аудиторию, то милости прошу. Безусловно. Так, я, по-моему, сейчас сольюсь 423 из 3 на КД. То есть у меня, в принципе, даже есть шанс подняться из могилы. Итак, раз, два. Ах, тигр, спасибо, спасибо, спасибо. Да, это было здорово. Дал мне таки проехать, молодчик наш родной. Так, что там вот этот рудый? Ну, точность. Точность у тайпа, конечно, сомнительная. Ну, по всей видимости, это слив. Я, конечно, постараюсь прожить чуть подольше, чтобы, может быть, попытаться подамажить. О, нет. С поджогом, конечно, это серьезные вещи творятся. О, как дяденька говорит, а брутально. Сильно, сильно. Давно не играл, еще бы столько не играл. Да. Так, итак. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше здоровье. Перезарядочка. Перезарядочка. Ага, раз. Ах ты ж. Земля, прощай, в добрый путь. Два. По идее, ему не должно хватить пробоя. Ну что? По-моему, время для адреналина, как вы считаете? Вот так вот. Танкуй. Танкуй, пока, молодой. Не. Не дотанковался, но я старался. Андрей! Ты что подбиваешь меня на монтаж? Не хочу монтировать. Насчет Ваннера. Да, больше нет, я знаю. Куда я теперь? Я теперь свободный воин, свободный охотник, как вы видите. Я без клана и пока никуда. Такс. Спасибо, господи. Такс. Кофе. Ну, давай, мути кофе, я пока тут поболтаю. Привет. Реплей. Дело опять же в реплее, не в уроне, а в качестве, эпичности, ну и конечно зрелищности сражения. Но никак не в уроне. Урона может и не быть, а экшон вот быть обязан. Вот такие новости, господа. В любом случае, многих я разочарую, кого-то, может быть, порадую, но на данный момент канал будет развиваться и жить, я бы даже, наверное, сказал, на последнем издыхании, исключительно с позиции фана. Развлечения, когда делать нечего, когда хочется покатать, пообщаться и так далее. Развивать его целенаправленно, изобретать новые рубрики какие-то и так далее. На данный момент мотивации, к сожалению, нет. Говорю прямо как есть, потому что я знаю, вы смотрите, следите в некоторых аспектах за каналом. Многие очень давно подписаны, за что вам огромное спасибо. И оставлять вас в неведении, просто покидая YouTube, не хочется. Канал будет жить, время от времени здесь будут появляться видео, будут появляться переозвучки, стримы, если уж совсем все будет плохо, ну как сегодня. Однако полноценный скачок вперед, увы, невозможен из-за отсутствия у меня, как вы можете догадаться, мотивации. Вот такие дела, да, признание в прямом эфире на канале BlitzFun. Надеюсь, что вы меня поймете. И может быть, если у вас возникнут какие-то идеи действительно интересные и действительно что-то, что меня увлечет, запросто может все пойти совсем по иному пути, более приятному для вас, конечно. Ну и для меня, я надеюсь. Так. Господи.
Ну, слушайте, прикольно, что тайп танкует. Но перезарядка, конечно, мрачная, мрачная перезарядка. Так, Влад Д. И догадываюсь, кто это. Хватит плюсы ставить, я не буду монтировать. Ты что, с ума сошел? Придешь ты 1 сентября, я тебе устрою концерты по полной программе. Три человека за монтаж. Да вы изверги. А что мне будет за монтаж? Хорошо, вы за монтаж, а мне что делать? Что, прям по гусеницам бьют? Стервятники. Парень. Спасибо. Так, тихонечко. Ну, сейчас меня доберет, наверное, стервец. Итак, момент истины. А, не состоялся. Так, у меня тут кто-то что-то ВКонтакте пишет даже. Слушайте. Ого, реплей. Ой, смотрите-ка, скинули реплей. Вообще надо его скачать. Сильный реплей скинули. Парочку реплеев я отсмотрел. Кстати, там на Хедзере мне скидывали, на Сушке скидывали. Не очень интересных. Еще есть два реплея, которые я не смотрел. Можно вообще устроить эдакий лайф-блог, да? И... в прямом эфире я постараюсь комментировать, ну, как будто бы на турнире, да? Представьте, что мы в эфире турнира, грандиозного представления, и я постараюсь грамотно все это комментировать. Премиализация от видео с нас просмотры. Какая премиализация, в таком случае хочется спросить. Если хотите, ребят, я вот сейчас вам скриншотик один покажу. Ну, я вот прямо сейчас его готов сделать. Чтоб вы понимали, премиализация как бы видео, да? Ой, боги. Слушайте, погодите, а может оно и так сработает? Ну-ка. Пробуем. Вон оно что. Сейчас. Странно. Странная штука. Ладно, сделаем тогда иначе. Чтоб как бы все премиализацию видео, чтоб вы понимали, да, как бы насколько это все здорово. Такс. Да, это какое-то время займет. Я думаю, можно включить мощную музыку на фон, пока я сейчас буду это делать. Куда он слил голду? Ну как куда? Тайпа я купил? Вы шо? Конечно, тайпа. Легенда мира World of Tanks Blitz. Вы что, это? Это то, что надо. Такс... Ну, какая музыка прям сильная. О, Humble Bundle. Итак. А вот прям вот сейчас изображение. Господа, вот это вы, вероятно, сейчас можете лицезреть, да? Видите сумму интересную? Это выписка с партнерки Ютуба за все время существования канала. Вы видите, да, что первый раз это был февраль 2015 года. Три года. За три года 436 баксов. Премиализация канала. Это на рубли, ну, грубо говоря, 25 тысяч рублей. За три года. Вы осознаете, да, насколько сложно... делать видео, работать и вообще создавать что бы то ни было. Так что премиализация канала — дело эдакое, специфическое. Здравствуйте.
Монетизация. Ну, вот, монетизация, ответил. Дела хоть как? Да хорошо дела. Отдыхаем потихоньку. Я уже закончил основной блок работы. И сейчас у меня грандиозные планы в области музыкального искусства непосредственно. На грядущее лето, конечно. Андрей пишет, что у меня за 4 года меньше 30. Класс. Но ты не делаешь ничего для этого. Вот в чем прикол. Ты же не делаешь видео регулярно, не монтируешь, не стримишь регулярно, не сотрудничаешь настолько плотно с разработчиками, и никакого продвижения от них тоже нет и не было, да и сам не горишь желанием хоть как-то себя продвигать. Поэтому назвать это полноценной и качественной работой достаточно сложно. Я же старался делать видео не только регулярно, но и каждый раз поднимая планку качества. И более того, максимально продвигать контент. Да и так, я был одним из первых, а тема была на тот момент хайповая, что давало надежду. Но надежды нет. Основной блок работы где? В школе. Я в музыкальной школе работаю. Я преподаватель по гитаре. И если кому интересно, у меня есть YouTube-канал, где я записываю видео своего исполнения на инструментике. Более того, я делаю переложение небезызвестного Дзюхиса Иси. Тот, кто писал музыку для всяких анимешек. Давайте так, вкратце. И делаю их для гитары, в общем-то, публикую тоже. Так что, да. Мощь на CDC, вы видите, как я на бас играю. Вот это сильно отыграл, конечно. Хреновый бой, согласен. Я отвлекся. Ну давайте CDC вам показать. Что поделать. CDC так CDC. Лайк не глядя. Ну, прости, Андрюха, прости. Юрий Русинов, вполне вероятно за твой постоянный спам. Ты в ЧС. В ЧС я добавляю только за это, если идет постоянный спам чего-нибудь. Что по статистике на тайпе? У меня на тайпе 3 боя, и там все плохо. Добрый вечер, дамы и господа. Вы на канале BlitzFan, IMX CDC на экранах, а у микрофона SimSaladin. Человек-комментатор, человек, не хочу играть в танки, но буду, потому что надо сегодня вместе с вами. Цыпочек кадрить. Силен! Силен. Ну, и так как я профессионально играю на инструменте, то и музыку выбираю специфическую, которая для цыпочек не подходит, к сожалению. Ну да, мои вкусы весьма специфичны. Интересно. Сыграть... Цоя, в бан! Сергея, в бан, пожалуйста. Никаких... Ладно, шутка была. Рассказываю историю про Цоя. Когда я учился в колледже, самой распространенной темой и музыкой была, конечно, музыка Цоя. Я уже слышать ее просто не могу, меня уже просто воротит от этого. Поэтому, да. Обвес будешь качать? Зачем? Вы видели эти обвесы? Да и какой обвес? Я без обвесов посливаюсь. Такс. Ну, сейчас давайте я кину ссылочку. Ребят, я обязательно прекращу сливаться, как только закончу болтать и начну играть. Это случится рано или поздно. Надеюсь, что рано. И чтобы не все разошлись от такого божественного, как бы, ну, геймплея. И еще, конечно, самое главное. Ребят, за что я хочу просить у вас прощения. Не так давно я приобрел PlayStation 4. С огромным количеством игр. И, ну, не до танков было. Но теперь я снова с вами. Итак, ссылочка на гитарный канал. Можно со мной во взводе? Конечно, можно. Что вы спрашиваете? Конечно. Так, меня еще из игры выкинуло. Вот это да. Е-лютый нагиб. Не, ну это был... Это слишком сильный просто нагиб. Никто не оценил, я знаю. Какую гитару купить? Сначала никакую. Лучше сначала не гитару. Прости. Но не могу рекомендовать тебе гитару, потому что просто пишется через И. Вот, прости. Я старался. Мячики прикольные. Засунул бы я эти мячики. Ну, вы понимаете. Хе-хе-хе.
Нет, я сундуки не покупал, CDC неплохой танк, если на нем нормально играть. Я Шракан, я разговариваю, ребят, мне очень приятно с вами общаться, я стараюсь мониторить чат, поэтому часто отвлекаюсь. Так, а что мне музыка на фоне вот это звучит, она меня отвлекает. Давайте в настройках звук игры сейчас сделаем получше, вот в 15, наверное, да. Чтобы мы слышали божественные вступления, которые специально для Блица были нарезаны из Большого Брата, ну как бы да. Да, кстати, что касается обновлений, с последнего 2 месяца я не играл, и с последних 2 месяца, с последнего моего пребывания в танках, что забавно, ничего не изменилось. Ничего нового не ввели, никакого функционала, никаких режимов, ничего вообще. Реплеи — единственная ощутимая функция. Изменения какие-то балансные мало интересуют, просто потому что это слишком ничтожные правки, чтобы называться обновлением. Посему ничего я не пропустил, что примечательно. Так, что это там все такие смелые? Здрасте. Так, ну мы тут, кажись, держимся. Так, надо Т-23 убить. Бить всех, убить. Лучше Халка не серди. Папин танкист. Хрустальный. Ой-ой-ой-ой, посмотри. А, там держит, нормально. Так, лёще. Немножко хочется. Да я... Что ж за дела-то творятся такие богомерзкие? Итак, господа, на счёт 3. Раз. Два. Здрасте. Ну я как сам. Так, ну это что за дела? Ну почему там никто не контрит ничего? Лёва! Лёва, дай мне повернуть, прошу тебя! Лев, царь зверей, я тебя умоляю, благодарю. Ну хоть что-то, спасибо. Хоть за трупик-то спрятаться немножко, коснуться. Так, все плохо. Адреналин, конечно. Здравствуйте. Я постараюсь, честно, я честно пытаюсь. Почему мой медвежий камуфляж не помогает мне нагибать в этой игре, объясните мне. Итак, урон нанесен, карты брошены, морковки сварены, и я в ангаре снова. Здравствуйте, счет 2-5, потрясающе. Да, люблю такой геймплей. Что скажешь насчет оборудки? Ну, плохо монетизируется, поэтому надо как бы оборудку выводить таймеры. Так, папин танкист. Принимаю. Я прекрасно понимаю, почему это было выведено, и слава богу, что это сделано наконец-то. Ничего удивительного, опять же, в этом нет. А, тайп 62 вроде тоже там продается. Давайте. Стоп. Стоп, я еще не готов. Вот так. Так что да. На Ютубе, ну, не знаю, я в эротике думал сниматься, но потом разделся и передумал. Т-95? Столько вам? У меня есть топовый. К Лёве, да, отношусь к Лёве плохо. Лёва плохой там. Ой. С Ютубом на самом деле вопрос спорный. Чтобы взлететь на Ютубе и хоть что-то начинать с него получать, нужно либо снимать трешак, либо нужны средства для продвижения, либо нужна какая-то гениальная, новая, свежая идея. Увы, этих идей нет. Вот так вот. Поэтому... Пока безыдейный я парень. Ну, надеюсь, что в дальнейшем, может быть. Монтировать мне нравится. Есть возможность. Есть мысли, как это все можно совместить с некоторыми другими моими талантами. Но пока я не знаю, насколько это реализуемо. Качаешь ты 95? Да ты парень серьезный. Прям сильно. Смелое решение, я бы вот так сказал.
господа. 13-75. Вот это да! Вот это попадание. Да-д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 а! Господи, вспомнил этот. Гуррен Лаган. Ах, спасибо! Твой каток явно оценил то количество финансов, которое я воткнул в него, стреляя голдой. Спасибо. Сереженька. Хьюки! Привет, родной! Привет! Есть идея, но, блин, железо пока не позволяет. А, ну это да. Да, кстати, многое, конечно, упирается и в железо. Конечно. Смотрите-ка, 6-0, по-моему, это что-то значит. Вот это да. Пора переходить на легкие танки. Йомаха, да, да. Ты представляешь, какие страшные вещи творятся. Спасибо большое за взвод. Следующий. Берите танк, пожалуйста. Я готов. Ой, я думал, Тортик мне прислала приглашение во взвод. В шоке. Установка соединения. А чат как не работал, так и не работает. Спасибо. Благодарю вас, господа. Так и надо делать. Ну что, давайте тогда под конец трансляции, который будет не скоро, мы устроим обязательно предварительный показ, я бы сказал, даже закрытый показ лучшего блица недели, обновленного в прямом эфире, о чем я и говорил. Когда модеры капсишь, потому что можешь, да, это нормально. Итак, Маша, возьмите, пожалуйста, танк, который вам по душе сегодня, и я надеюсь, что мы сможем выйти в бой. 34.00. Что бы это ни значило. Мария. Если это действительно Мария, а не как злобина Лиза. Т-54. Отличный выбор. Одобряю. А я, пожалуй, возьму в свой бой следующий. Излюбленную многими машину. Т-95. Миша, приветствую. Рад видеть всех, кто к нам присоединился. А таки будет ЛБН? Насчет ЛБНа. Давайте, буду откровенен. Мне впадло его монтировать, но вы скидываете мне регулярно реплеи, и многие из них очень неплохие. В связи с чем мне хочется их показать и хочется про них рассказать. И есть мысль делать это в прямом эфире, запускать реплеи и в юмористическом ключе комментировать увиденные мной бои. Сегодня мы можем протестить подобную инициативу. Разумеется, в дальнейшем я буду отбирать уже реплеи и в конце трансляции еженедельно демонстрировать лучшие из них. По критерию одному. Экшон. Это должен быть классный бой. Либо с позиции мощного врыва, либо тактических решений. Классный деф и так далее. Это должно быть яркое, вдумчивое сражение. И если, на мой, ну, конечно, субъективный, но тем не менее взгляд, этот бой будет отвечать требованиям эпичности, то, конечно, он появится на канале. Здравствуйте, Паттон. Паттон, похоже, вылетел. Ладный дамаг. Ваше здоровье. Ай, да что такое? Вы посмотрите, какие ребята и пробивают. Кстати, Маша на розовой 54-ке. Это интересное заявление. Проверять его, конечно же, не буду. Так, 62-ечка решает меня объехать. Ну что ж, бог ему, как говорится, судья. Здрасте. Я, к сожалению, не смог помочь Маше в преодолении такого тяжелого препятствия, как Леопард 1, но... А как бы красиво фугасик-то зашел, а? Вы не представляете. Так, тыл свободен, это хорошо. Итак, у нас есть возможность, достаточно неплохая,
сделать немножечко грязи. Да, спасибо большое за труп Паттена, который волей случая судьбы оказался именно в этом месте и именно сейчас. Хьюстон, когда-нибудь мне скинут ссылку на музыкальный канал, но походу не в этой жизни. Я скидывал уже, сейчас еще раз отправлю. Вот прям вот, если она... Да, она осталась. Вот еще раз скинул. Скинул еще раз ссылочку на музыкальный канал. Канал гитарный, где я играю на гитаре. Я там не разговариваю, ничего там нет. Я там только играю на гитаре. Либо произведения композиторов старинных, современных. Либо же я делаю переложения собственные некоторых вещей. Опять же, я не пишу музыку, а делаю переложения. Год-два тайпа 59-х? Да го, ну сейчас только мы победим в этом бою и обязательно поедем. Какие-то рубрики для реплеев, топ урон, я уже говорил. Выбирать по рубрикам, топ за свет, топ урон, топ что. Здесь можно только, ну, по сути, в рамках блица парочку параметров вводить. То есть это топ за свет, и то... В рамках блица не сильно реализуемо, потому что карты маленькие и нет смысла светить. Ну, это просто скучный бой, да, как бы кустарный такой. Топ урон и топ танкования. Все. Потому что братьев по оружию там как таковых, ну, это можно как отдельно взводами там сделать. Ну, бог с ним, посмотрим. Потому что сложно пока себе представляю, как можно организовать... Какие-то рубрики в рамках Блица. Уж очень узконаправленная игра. Очень многого здесь нет. И механика игры не позволяет брать даже по фрагам. Ну, 7 танков. Ну, 7 фрагов сделали в песке. Что мне, в топ добавлять это? Нет, разумеется. А у нас же рубрика по фрагам? Ага, и здесь уже пошли разговоры. Поэтому будем думать, будем следить. Пока что я нацелен на 3 эпичных боя. Однако... Ваши варианты, как всегда, рассматриваются в первую очередь, ибо делается контент непосредственно для вас на, по сути, добровольных началах. Юрий, не достану. Я уже добавлял тебя, потом убирал оттуда и потом добавлял опять. Я добавляю в те моменты, когда мне пишут, я почти всегда всем отвечаю. Но есть моменты, когда я занят. И я пишу об этом. Ребят, я занят, отвечу позже. Либо если это несущественная тема, связанная из разряда «пошли ко мне в клан», «давай покатаем во взводе», «а что ты думаешь», «а ты 95» и так далее. Зачем мне отвечать непосредственно на эти вопросы в личке? Странное предложение. Ну ладно. И если после фразы о том, что я занят и отвечу позже, я всегда отвечаю позже. И когда я об этом говорю, мне продолжают спамить. Этот человек мгновеннейшим образом уходит, как вы можете догадаться, в бан. И вполне возможно, что Юрий удостоился этой чести. Убил последнего соперника и последнюю секунду боя. Да, как вариант. То есть бой должен быть зрелищным. Все. Неважно, победа это, поражение, сколько урона набито и так далее. Это должно быть интересное зрелище. Если это стояло во в кустах, сколько бы урона вы ни набили, как бы вы ни победили, это не появится в рубрике. Потому что это что? Это неинтересно. Ну, опять же, на мой субъективный взгляд и вкус. Как я красиво развернулся бортиком. Вы видели? Ай, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Та давно не виделись. Да, хороший бой. Что примечательно, давай вдвоем тайпами поиграем. А давай, и плевать, что мы будем ехать по-разному. Ну что ж, бывает. Добрый вечер. Добрый, приветствую. Давно не виделись, вообще со всеми давно не виделись. Рад вас видеть. Итак, тайпы пройдены. Ребята, у меня, конечно, нет премиума пресс-аккаунта. Однако у меня есть, конечно, так, отказаться от дружбы, спасибо. Может еще? Ну, давай, господи. А-а-а. Как это сделать? Где кнопка? Кнопку дайте, ну что? Слушайте, давайте Аню пригласим. Вот так вот, изи, а вдруг согласится? Она в сети просто, я не уверен. Это будет забавно. Задерживаем дыхание, господа. Ждем. Раз, два,
не случилось магии. Сегодня, ох, задачи, боевые задачи. Да, люблю. Ладно, пригласил. Так что посмотрим на рубрику сегодня. Те реплеи, которые я буду показывать, я их не видел. Это парочка штук. Один реплей на Тигре первом, 3500 урона, как написали в описании. И второй реплей на Т-34-85. Но, опять же, описания в почте не было. Хьюки, мне предлагали комментировать этот турнир. Я отказался. По некоторым условиям и соображениям, опять же. Но такая идея была. Там будет Perfect Mind, если что. Так, почему-то не хотят принимать взвод. Так, на чем же мне поехать? Слушайте, у меня С8 тут немножко тоже есть. Давайте, наверное, прокатаемся. С7 я как-то прокачивал, помнится мне. Ты правее, я левее. Да ладно, ничего. На чем лучше играть в Близ, на планшете или на ПК? Вопрос с подвохом. Где лучше получается, там и играй. Я играю на ПК только потому, что я стримлю. Если бы я не стримил и просто играл в свое удовольствие, скорее всего, играл бы на планшете. Так удобнее и быстрее. На ПК все-таки больше, ну, более стационарное решение, да, и просто даже, чтобы сесть и поиграть, это нужно приготовиться, запустить компьютер, запустить танк и как бы сесть, ну, полноценно непосредственно играть. А планшетик, что, на иконку жмакнул и вперед. То есть это чуть проще, чуть быстрее. И, конечно, турниры. Турниры проходят на сенсорах. То есть на сенсорных устройствах, что как бы намекает, лучше играть на планшете. Плюс если планшет добротный, и он тянет хорошо, и удобный, то сам Бог ведет. Perfect там будет не с позиции комментатора, а с позиции аналитика. Он будет рассказывать о качестве геймплея, скажем так. Комментатором там должен был быть я. Но на тех условиях, которые предлагали, это все равно, что... А не хотите ли бесплатно на нас поработать? Просто так. Ну, не хочу. Спасибо. Как-то не очень. И поэтому мы исключились. На айфоне 4, о господи. Группы ВК нет вообще. Я ее распустил полностью, ее не существует. Вся дополнительная информация пишется в сообществах на YouTube-канале. Ну, там вкладочка есть такая хитрая. Итак. Вот. Выцелили. Дело в том, что группу ВК нет необходимости, смысла и, опять же, желания поддерживать. Там ничего не выходит, публиковать мне там нечего. Поэтому и мне впору создавать группу ВКонтакте по гитарному каналу, потому что мне там действительно есть что рассказать, есть что показать. А вот что касается непосредственно танков, то все, что я могу показать, я делаю это на трансляции. Если делаю. Итак. Только проснулся. Ну да, добро пожаловать. Да ну что ж за... Не, ну вы видели. Свертухи не работает. Вот, кстати, С8 очень комфортная машинка. Мне прям симпатично. Супертанкование на 75-ке? Даго? Никита, игнор. А что я проигнорил? Возможно. Так. А, рубрика по взводам «Братья по оружию» очень хороша, так как они можно показать хорошее взаимодействие в команде между двумя игроками, но в принципе совместной игры. Да. Хорошая мысль насчет, ну, отдельно, да, как был там, лучший взвод. Ух ты, там прям реплей можно посмотреть. Вот это да. Но опять же, если это взводная игра, где ребята победили, но это было неинтересно, то и зачем это смотреть, зачем это показывать, поэтому и все тот же вопрос. Если это экшонистый бой, сыгранный взводом, так, господи, конечно, конечно, поехали. Вот.
27 июня поедешь в Москву на Asus, туда разрабы приедут. Василий Пупкин говорил уже... Высоцкого. Да нет, я не буду банить. Дело в том, что сейчас 22:37. Гитара, пускай и не самый инструмент громкий, но я не стану, я же в квартире живу, не стану брать инструмент сейчас. Вы можете зайти на гитарный канал, ссылочку я опять же на него сейчас скину, и чекнуть все. Там есть некоторая музыка, она... из Мерси. Ну, комментарий божественный, я его покажу, конечно. Привет. Да нет, это мы просто палкой тыкаем умирающий канал. Все нормально, это не камбэк, не волнуйся. Как бы... Ничего хорошего. Спасибо, да? Нет, что? Насчет 27 числа Саша, ну, Александр мне писал, меня звали туда комментировать турнир, это будет недолго по времени, ничего там, в принципе, сложного в этом нет, но те условия, которые они предложили, мне не понравились. Ну, бесплатный наемный труд достаточно. Я уже достаточно, чуть не сказал это страшное слово, как это сказать, побыл волонтером разработчиков, и не хочется наступать на те же грабли снова с надеждой и обещанием дальнейших. Так что, ну, житейские вещи, что тут поделать? Изверг. А в этом, кстати, как, если ты из Мерсва, вообще, как поживает клан, как у вас там дела, играется хоть, или тоже уже ребята подзабивают, потому что слышал я многие кланы, кто пораспадались, кто там порасходились, кому эта игра надоела, вы там как играете, 27-го будете рубить. Привет, 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 здрасте. Он вроде шевелится, ну да. Бам! 420. Вот это немецкая точность. Класс. Ну, и свойся. Ну что ты? Держи позиции. Стоп, они что, новые команды ввели? Нет. Ну, это вместо команды назад, я так подозреваю. Не зашло. Орден норм? Что? Что? Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет, привет. Как получить кубки на этом ивенте? Понятия не имею. CDC уже есть, ивент не проходил. Простите, но в этом вопросе, конечно... Ну ладно. В этом вопросе не подскажу. Со свалки вернулся. Ну ты прямо, ты знаешь, обласкал со свалки. А я что, на свалке, что ли, был? За что? Такая типа палка умерший клан. Ой, слушай, обидно. Эй, ну это жесть. Это жесть, конечно. Слушайте, что-то я в чатике зачитался и не просто... Вот, слушайте, вот это у ворот просто. Божественно. Так, фугасик, помордасик. Вот так. 584, красиво. Вот так, танкуй, танкуй, пока молот. Пока молот, можно танковать. Так, так. Ну что, успеем? Не успеем? Не успеем. А что, чудо ушел из танков? Он вроде что-то тоже там снимал время от времени. Я знаю, что очень многие сейчас в пупк пошли из тех, кто вододельством занимался. Ой, слушайте, а я не посмотрел бой. Пардон. Ну, за это еще боек скатаем, простите. Облажался. Вот, и чудо, ну, вроде он что-то снимал там еще. Я, честно сказать, не помню наверняка. Ну, что-то там такое было. Это сквозь было. Да! Класс! Отлично. То есть за 2 месяца, что меня не было, ничего не изменилось в игре. Абсолютно. Вообще вас. Ни одного слова. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, меня не слышно разве? Должно быть слышно. Приветствую.
Привет. Футбол Аратов. Здравствуй. Добро пожаловать. Ой, впервые, слушай, ну ты под смерть попал. В смысле... под последние вздохи канала практически. Игре уже 4 года почти. Да, и все 4 года я в это... Ну, в общем, играю в эту игру. Наш клан уже пофиг, скучно, зато по отчету заходили рандомы. Ой, ну по отчету не такое. Пытался тащить бой налево я. А, понял. Слушай, ну ничего, ну сейчас давай попробуем на ПТ-шечках затащить. В любом случае, спасибо за взвод. По идее, все должно работать. Ой, вот тоже киберспорт. Давайте назовем это годом киберспорта. Да, давайте. И плевать, что комментировать это некому. Ну как, ну Артик, конечно, комментирует только. Смотреть это некому. И играют в это, дай бог, чтобы там 100 человек из 10 кланов, которые там собрались. Ну ладно. Почему? Я рассказывал уже, былой энтузиазм в развитии канала немножко подупал у меня, признаюсь честно, да. И я здесь, потому что соскучился, захотелось с вами поболтать, пообщаться. Но так как канал танковый, то понятное дело, что контент танковый. Но игра скатилась, ну скатилась, слишком избита, пожалуй. Ничего нового в ней не происходит. И вот что 2 месяца меня не было, ничего не изменилось. Все те же баги, все те же вопросы, никакого нового ни контента, ни новых геймплейных фич, ничего. Продажа копипастенных премиум танков и так далее. Из-за чего, конечно, энтузиазм упал. Поэтому я буду, безусловно, время от времени видосики снимать, время от времени стримить, безусловно, но... Не с былой страстью, с которой делал это раньше. Надеюсь, вы меня поймете, простите, и если интересно, можете поддерживать меня на канале музыкальном. Что значит музыкальном? Ведь я, Сергей Вадимович, извините меня, преподаватель классической гитары в музыкальной школе. Да. Детройт прошел? Да, прошел. Отличная игра. Первая игра, которую я прошел. Uncharted прошел, Horizon прошел. И сейчас играю в The Last of Us, Gran Turismo Sport неплохо покатался, получил там медалик всякий. Так что да. Забудь про уход из танков. Не в том плане, что я хочу уходить. Я, честно, не вижу перспектив в развитии именно канала. Мне нравится монтировать, мне нравится комментировать. А есть даже какие-то успехи. Кстати, меня недавно с дикторской озвучкой нагнули классно. Ну, заказали озвучить серию уроков. Я их озвучил, и я так понимаю, что они будут опубликованы, а заплатить мне не заплатят, и просто заказчик пропал. То есть все, он испарился. И все. И месяц назад уже как, что забавно. Ну, прискорбно, но то такая тоже любопытная ситуация случилась. Ты тоже Сергей... Нет, я Вадимович, я не Владимирович. Спасибо. Все путают. В паспорте тоже путали, что забавно. Что, ну, четверка прям злая. Нате в масочку, ББшечку. We got him! Мы сделали это! Да! Слушайте, ну парень серьезный. Ну, еще раз будешь выходить на 600 очек урона или не будешь? Давай, давай, там что там, по гуслям, да? А что, у меня углов горизонтальной наводки нет? Сегодня. Так, еду танковать, надоело. А, сзади уже приехали, отлично. Ну что вы, не поймаете? Господи, господи, ребята, ну, пора, отличный шот, благодарю. Сейчас доиграем бой, я чатик гляну. Прям серьезный замес, динамичный геймплей, ну как бы. Итак. Медленной, брутальной, статной, величественной поступью движется Т-95 навстречу своей жертве. И голдовым выстрелом наносит катастрофическое количество урона немецкому среднему танку Е-50. Однако фраг забирает напарник.
бессменный совзводный на объекте 704. Это прекрасно. Я подпишусь сейчас. Да, давай, сейчас скину. Музыкальный канал. Ссылочка. Эй! Ну что, я понял. Ну да. Зверг. Таласин. Вадим Степан Сергеевич. Да, стримы, конечно, будут. Без вопросов. Так, принять. Машина прогресса. Так, чекнуть статку. Ну, слушай, я такой себе статист. Ну, ладно. Профиль. Ну, 55. А что тебе не нравится? Плюс... А сколько боев-то? 5000 боев. А, ну 5000 уже сильновато, конечно. Средний урон низковат. У меня как бы тоже не классный, но из таких общепринятых стандартов низковат немножко. Ну, процент вполне себе, и количество боев не такое большое. А рейтинг? А, тут вот так это теперь работает. Вот это сильно, да. Это интересно. Ну что? Чекнул. У меня на 3200 вышел дамаг. О, ну ладно. Так, с 8 левел, да, говорите? Так, 8 ПТ-шек у меня, конечно, нет. Но почему бы нам не прокатиться на чем-нибудь? Вот на что у меня взгляд ложится? Вот, наверное, на это. Легкий танк с фугасным орудием. Некогда качественный, величественный, я бы сказал, устрашающий гроза немецких ПТСАУ серии Rain Metal, а также невероятная точность и вертухан проекта World of Tanks Blitz, который практически сместил КВ-2 с его поста в этой должности. Т-49. Однако с тех пор многое изменилось, как вы можете помнить, и на сей раз не так просто в обращении этот малыш, каким был раньше, но посмотрим, что нам предложит этот бой. 1703, ну хябнул, о, поздравляю. Не, ну 1700 при таком количестве боев это сильно. Ага. Перезарядка уж слишком долгой оказалась. Давайте стихами. ЛТТБ. 600 накидал? Слил? Ой, печально. С вами можно? Ну, короче, можно. Можно, да. Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу обратить внимание на свою скромную персону. Ну, а чё тигр не стреляет? Ну, наверное, так надо. Ладно, господа, я вас оставлю и, пожалуй, поеду на помощь нашим менее квалифицированным союзникам, которые уже поехали в атаку. Итак. Итак. Есть фраги, и это прекрасно. Осталось только рут 251 на фланге. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Нет меня! Ой-да-да! Покажи статку? Да, сейчас покажу. Ничего сверхъестественного в этом не увидите, сразу могу вас... В башню! С поджогом! Ух, красота! Какая... Вы... Ну, нет, ну вы видели, да? Это здорово. Не такой увлекательный геймплей, как я думал. Ну, справятся-то. А, он все, последний. Из племени людей, псов. Окей. Куда скинуть реплей? Не на почту, на почту. Правда, где ее найти, проблематично достаточно. Я видео запилю потом. Ну, смотрите, 2000 урона. Вот это да. Спасибо. Тобой. Статистика. Прошу любить и жаловать.
Не сильно выдающаяся. Ой, у меня 12 тысяч боев, смотрите-ка. 532 турнирных боя, господи, да я сильный. Что, правда? Я что, столько в турниры наиграл? Подозрительно. О, спасибо. А, ну это в составе клана, который не клан уже. Ну, да. Итак, ну что ж, господа, дамы, если такие здесь присутствуют. Вы готовы к лучшему блицу недели в попытках... Что-то хорошо, что ты смотрел. Будем играть? Ну так скинь приглас. А, смотри-ка, почту этот отправил. Да-да, оно. Оно. Где приглас во взвод? Машина прогресса. Играли. 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 Где ты? За 5к боев, средуха. Почему так? Так. Ну, вот твой ник, если я правильно понял. Ну, давай так. Кинул приглашение. Так только что ж выкатил. Ну, давайте еще раз выкачу, я не против. Машинка мне нравится. Ну что, желающих нет, в таком случае давайте. Заключительный бой на Т-49 и под конец трансляции мы посмотрим два реплея, которые мне прислали. Судя по описанию, один из реплеев точно должен быть интересным, второй реплей должен просто быть. Не знаю, что там будет, тоже буду смотреть в первый раз. Конечно. В ВК нет, нельзя. Почему ролики долго не выходят? Да потому что я лентяй. Что за вопрос? Видео по танкам не выходят по той же причине, которую я обозначал в самом начале трансляции. Потерял интерес я к игре, плюс развитие канала на данный момент для меня закрыто. То есть, ну как закрыто, я не вижу перспектив для развития канала. Ну вот как-то так, да. Вроде бы в ту отрасль пошел, в которой они были, а посотрудничав с разработчиками около года, я осознал, что их нет. И поэтому с трудом сейчас представляю, что делать дальше. Однако оставлять вас на произвол судьбы я не могу! И по статусу преподавателя, конечно, ну и как вообще человек не хотелось бы. Поэтому я здесь и время от времени, конечно, буду радовать вас, надеюсь, что радовать некоторым контентом. Реплей на почту свыше писали. blitzifan@gmail.com. Ай. А, кстати, ВКонтакте то, что скидывали реплей, тоже будет. Давайте, это трёху реплеев у нас будет сегодня. Я буду пытаться их комментировать. Достаточно весело и радостно, безусловно. И надеюсь, вам понравится. Если такой формат понравится, то мы так и продолжим в дальнейшем. Я сделаю видосик, где, конечно, все расскажу, покажу, куда там что отправлять, где что как делать, и можно будет... Продолжим. Так, что-то мимо залетело. Да, не за что. Ответ на самом деле грустный, согласен. Но вот так вот повелось. Вы наверняка заметили, что очень многие ютуберы, кто снимал танки раньше, уходят. Не просто так же они уходят. Уходят, потому что разработчики заняли достаточно интересную позицию. И не во всех аспектах я с ними согласен. Но значит так нужно. Вот и все. И в общем-то ситуация во многом похожа. Итак. Истри. Здравствуйте. Не, ну 231 как-то несерьезный уровень, по-моему. Ой, а у меня не адреналин, господи. Вот и что. Не хотите ли пройтиться там, где мельница вертится? Так, нет, не хочет. Хочу быть четвертым.
Мне скинули 3 боя. На данный момент все, больше нет. Ты забанен ВКонтакте не просто так, так что жизнь несправедлива, да. Ну что мне с тобой делать? Французский ты дамагер, а? Вот так вот, спасибо. Ничего, взглядом. Уничтожаем взглядом. Да, не так много урона, как я надеялся, но тем не менее. Ну что, после небольшого зверг. Ой, слушай, я недостоин. Нет, спасибо. Давайте покатаем, если хотите, в следующий раз, который будет на выходных, наверное. Стоп. 15-е, 16-е. Да, на этих выходных. 16-го, 17-го, я думаю, что мы что-нибудь придумаем. На данный момент маленький перерывчик, буквально в пару минут. Я найду реплеи, скачаю их точнее, и мы обязательно их посмотрим. Я постараюсь их откомментировать для вас, конечно, под эпичную музыку, безусловно, я ее включу. И если вам понравится такой формат, то мы продолжим в прямом эфире смотреть на ваши классные бои. Сейчас я их не смотрел, повторюсь, я их не выбирал, но в дальнейшем, разумеется, буду отбирать самый классный. Про голду еще раз отвечу, голды не будет за реплеи, у меня нет такой возможности, к сожалению, а сразу разработчиками, как вы поняли, я уже не сотрудничаю, поэтому и на них полагаться тоже нет смысла. Вот такие дела. Не отключайтесь сильно, я скоро к вам вернусь.
Итак, дамы и господа, я снова с вами. И предварительный показ лучший блиц недели вновь открыт для вас исключительно. 4 реплея у нас в итоге сегодня. Не все реплеи мы сможем посмотреть, но предварительно, конечно, так. Как я уже и говорил ранее, самый лучший нагиб, но на данный момент ни один из боев я не видел, поэтому оценим. Посмотрим и начнем по старшинству с реплея Т-34-85, который нам прислал Анирам. И катается он на карте Эшелон. Ну что ж, так, давайте вот эту штучку вот так вот уберем красиво. К сожалению, нет возможности вертеть камерой, особенно нет свободной камеры, но мы, тем не менее, будем следить за развитием событий. В самом низу списка оказался Анирам на Т-34-85 и уже готовится ехать на стандартную, я бы сказал, СТ-позицию и готовится нагибать. Посмотрим, удастся ли ему это сделать, ведь в противоположной команде, помимо огромного количества легких танков, присутствует также и КВ. Два, известные своими мощными вертуханами, а также непобедимая стальная башня американского танкостроения Т-29. Ну что ж, первый дамаг есть от ЛТТП союзника, а вот попытка пробить АМХ-12Т не увенчалась успехом в исполнении Анирата. Более того, союзники теряют первую машину, и это тоже французский танк. 235 урона по АМХ-12Т наконец-то размочил счет Анирам, включает снайперский прицел, чтобы получше прицелиться в картонные булки французского легкого танка. Ему удается нанести первый урон. Попытка стрелять с вертухи также не увенчалась успехом. И вот теперь настает самый серьезный момент боя. Ведь счет 2-0 в пользу команды красных. Более того, режим превосходства, как вы можете наблюдать. Две точки захвачены, но некоторое преимущество есть на стороне красной. Что делает АМХ-12Т? Непонятно вообще. Он едет вперед, игнорируя нашего сегодняшнего героя. И советский Т-34-85 дает еще один выстрел. Ваншотный остается француз. И самое время пойти на таран, что и пытается делать сейчас Т-34-85. Но не удается сделать это с уроном. Тем не менее, выстрел проходит успешно. И ваншотным остается АМХ-12Т. А это повод для веселья, дамы и господа. Наконец-то первый фраг в исполнении Анирама на Т-34-85. Надеюсь, он смотрит сейчас этот бой, смотрит запись. И так или иначе, рад, что принял участие. Феерическим образом уворачивается от выстрела оппонентов и едет в центр помогать своим союзникам. Ну что ж, посмотрим, удастся ли ему сделать хоть что-то в центре сейчас. Преимущество по очкам захвата базы теперь на стороне команды зеленых. Еще один фраг, два фрага уже на счету Т-34-85. Вот она, советская мощь, вот она, советская сталь. И вот он, непоколебимый характер игроков World of Tanks, Blitz. И именно сейчас мы продолжаем наблюдать за развитием событий. Небольшая передышка наступает, а это время для перехвата точки. Но КВ-2 вместе с ВКшкой неумолимый. Кто же первый попадется на удочку и получит выстрел? И, о боги, это гусеница по КВ-2 вместо урона по ВК-28-01. Убогий счет 4-5. Две точки захвачены, есть все шансы победить, но напряжение возрастает. КВ-2 уже скоренько будет на перезарядочке, и тяжело придется нашей 34-ке в этом бою. Надеюсь, очень надеюсь, что удастся дожить до конца и нанести максимум урона. Но какую ошибку сейчас совершает Т-34-85? Как же в упор-то можно не попасть? Спасибо ВБР, спасибо Великий Рандом, но также он играет на руку нашему СТшнику, и тут же не попадание. А вот КВ-2 раздает урон весьма и весьма уверенно. 174. Ну что, ваншотный КВ-2. И есть возможность сделать еще один фраг. И хотя бы сравнять счет. Перезарядка длительная и снова мажет. Да что ж это такое происходит? Зря не посмотрел этот бой ранее. Ведь фугас еще залетает в лицо от ВКшки в 34-ку. Ой-ой-ой-ой-ой, какая напряженная ситуация. Счет 4-5. Фуловый союзник помогает. Что делает КВ-2? Непонятно. Это поджог и целый фраг. Еще один на счету СТшки не попадает. Огромное количество непопаданий, огромное количество ошибок совершают игроки как с одной, так и с другой команды. И тем не менее, счет 6-5.
опять мимо. Да что ж это такое? Ну снайперский-то прицел. Ну надо же целиться сегодня в нашей игре. Сегодня, пожалуйста, пожалуйста, я прошу тебя, сделай этот финальный выстрел. Вновь по гусенице накаляется. Накаляется обстановка. И до последнего мы не знаем, что будет происходить сейчас в бою. Слава богу, перезарядка. И последний фраг, четвертый фраг в исполнении Т-34-85. И это победа. Удивительная победа с огромным количеством непопаданий, непробитий как в ту, так и в другую сторону. Но, тем не менее, есть результат. Следующий бой сегодня у нас был исполнен игроком на Тигре первом, и мы сейчас обязательно его посмотрим, как только у нас закончится подгрузка. Просто нагибатор рандома катается сегодня на первом Тигре на карте канал и вполне возможно покажет более достойный геймплей. Судя по описанию боя, это было аж 3500 единиц урона для 7 уровня. Это весьма существенный показатель. И, конечно, конечно, господа, мы будем лицезреть этот мощный нагиб именно сейчас. Да. Смотреть это серьезно невозможно, я сейчас просто еле держусь. Но тем не менее, следующий герой нашего видео должен просто нагнуть рандом. И в 3500 урона у него есть все шансы. Для этого направляется Тигр первый на стандартный разъезд, где чаще всего встречаются самые мощные замесы и самые серьезные противостояния. И уже есть засветал ТТБ Т-21 и ВК-3001П в исполнении команды красных. Уже агрессивно врываются и агрессивно огребают прямо по лицу на дальней дистанции. Тигр попытается пострелять по ЛТТБ, но скорее всего ничего не получится, ведь немецкая точность, конечно, прекрасная, но не настолько, чтобы попадать в лючок ЛТТБ. Опять же, спасибо большое ВБРу, и это прекрасно. Я читаю чат, безусловно, и надеюсь ответить на все ваши вопросы, как только мы закончим смотреть потрясающее столкновение Тигра первого с домом. Это здорово. Это действительно неплохо. И вылетел ЛТТБ... А, нет, не вылетел. Он просто аутист, простите. ЛТТБ минус и первый фраг в исполнении ЛТТБ союзной команды, хотя Тигр пытался. Он точно пытался, ответственно старался и пытался наносить урон, но на данный момент прошла уже минута 20 секунд боя, а все еще нет урона в исполнении Тигра первого. Когда же он успеет нанести 3500? Великая тайна как для вас, так и для меня. И наконец-то 215 урона по ИСУ второму влетает. И это не может не радовать. Следующий выстрел. Нехили ждешь, что бы это ни значило. Не попадает, а значит не пробивает. Снова не попадание по Курамори мины китайской, или сказать японской анимешной подделки на немецкую стальную мощь. И обмен выстрел вновь свершился. Счет 1-1. Теряет ЛТТБ и еще теряет РЛ, а команда зеленых. Счет 2-1. Явно не в пользу. Забирается в гору просто как альпинист Тигр первый. Удивительно, что танк не скатывается вниз. Великолепные тормоза, прошу прощения. И играя от рельефа местности киберспортивным стилем, нагибает Тигр первый, нанося урон по ВК. Ну что ж, есть все шансы для того, чтобы огребсти, и 234 урона как раз таки и получает Тигр первый в свой борт. Ну что ж, пытаюсь читать комментарии ваши, пока мы смотрим на унылое противостояние, о, в смысле качественное противостояние Тигра первого. Считаю ли я учись созревай годным контентом с учетом того, что он делался 2 года назад? Да, с тех пор много изменилось, и я было думал его переснимать, но мне не было лень. А вот теперь Тигру первому не лень будет нагнуть. Ведь счет 2-4 не в его пользу, и по ИСУ второму проходит топовый дамаг, и отличнейшим образом работает сейчас немецкий танк. Просто нагну рандом, старается действительно просто его нагнуть. Счет 2-5, и напряженно. Будет ли это победа? Или же это поражение? Да что ж это такое? На ПК можно вертеть камеры. Зачем вертеть камеры, когда мы можем смотреть воочию от лица, как управляется игрок со своим стальным монстром? И я ни на что не променяю этот божественный экспириенс. И Т-25 вообще смотрит непонятную другую сторону. Неужели это не подставные бои? Или мне просто не попадаются раки в боях? Но это потрясающе. Т-25 дробь 2. Вряд ли что-то лоб в лоб сможет противопоставить Тигру с его перезарядкой.
рукояткой, с его пробитием. Альфа небольшая, но орудие-то прекрасное, прекрасное орудие. И должен быть фраг, и есть этот фраг. Еще очередной минус. Ну что ж, немного хп, 266 единиц остается у тигра. Ой, вообще 30 единиц, и Ис врывается, не попадает. И еще дамаженька. Ну что, 43-ка затащит или тигр? Кто же будет тащить? И еще дамаг по Ису второму, и сейчас... Нет, это поражение, к сожалению. 4-7, счет. И зачем мы смотрим этот бой, опять же, загадка, но... А тем не менее, я надеялся, что этот бой будет классным. Да, много урона нанес тигр первый, но не такое количество, чтобы победить. Увы и ах. Тем не менее, спасибо большое за этот потрясающий бой. И мы продолжим. Продолжим по старшинству смотреть следующие бои, а следующим героем нашего видео будет Т-23Е3, машина прогресса. Из клана Ваннер, между прочим, уже не существующего клана Ваннер, но тем не менее, и я состоял в этом клане тоже. Да что за комары тут летают, не мешайте мне смотреть на бой, спасибо. И новая карта. Кстати, я вот ни разу не попал на эту карту, это обидно с одной стороны, с другой стороны, здорово посмотреть на нее хотя бы в рамках реплея. Спасибо. Итак, Т-23Е3 в исполнении нашего сегодняшнего героя с ником Машина Прогресса. В противоположной команде и 8 уровни преобладают в большом количестве. 3 штучки, Аша, Сушка, из 6, Игр 2, из ЛТТБ, из У-122-44, 43-ка решили тоже разбавить рандома. Господи, что это происходит? Радость эпилептика тоже у нас присутствует сегодня в рамках пилотного выпуска передачи ЛБН, а также ее нового сезона. Господи, хватит так клацать, пожалуйста, я не могу ничего смотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. Танкует бортом, конечно, с получением урона. Т-23Е3 удается им очень успешно отыгрывать. О, господи, что происходит? Отлично врывается 43-ка. И это шанс для Т-23Е3 наносить огромное количество урона по ЛТТБ и по Т-43 из команды красных. Ой-ой-ой, пукан сейчас будет такой же красный, как и цвет танка Т-43-го. Ведь он почти... Все, ХП потеряла ЛТТБ. Там посмотрите, как высовывается неаккуратно. Вот они, УВН американцев. Действительно, действительно то, что нужно делать. Будет ли второй реплей по 34-ке? Нет, к сожалению. Да, отвечаем на чатик вместе, пока смотрим бой. Вы посмотрите, какой серьезный замес. Как по ПТшкам отлично отрабатывает американец. Прямо по щекам с обратной стороны сейчас насовывает по ИСушке. Насовывает по 43-ке. Союзник также. И отлично. Посмотрите, как счет 2-1, и тут же 2-2 сравнивает команда красных. Почему все играют от одного направления, для меня загадка, ведь я не играл на этой карте, но тем не менее счет 3-2, и едет Т-23Е3 помогать своему союзнику, у которого совсем немного хп, а ведь здесь жирненький из 6. 200 урона в корму, красиво. Вот он, снайперский прицел, и вот она, магия выцеливания кормы советских танков, а значит, это будут пробития. Посмотрите, какая скорострельность, вы только посмотрите, какой урон. Ох, как сладенько, сладенько заходило, но тигр второй, это, конечно, неподъемная сила для... танка 7 уровня, к тому же премиум танка, но я надеюсь, что удастся, удастся, и посмотрите-ка, действительно удается наносить урон даже в борт, еще и умудряется отвлекаться на ИСа, господи, какой многозадачный практически Юлий Цезарь, надо переименоваться ему вместо машина прогресса, потому что он действительно может наносить урон по всем окружающим машинам, и, между прочим, еще и умудряется беречь собственный хитпоинт, и не удается загуслить тигра, но есть возможность дать ему в НЛДшечку голдой, и продолжает в борт теперь на втором. Красиво, красивый клинч, вот это качественный геймплей, 200 урона проходит, и это вновь ББхи, это уже не голда, и успеет ли добрать, успеет, ну что ж, не хватило немножко, 142 урона, а тигр отстреливается в землю, земля, прощай, в добрый путь, и отправляется в полет пукан тигра второго, просто потому что он уходит в ангар мгновенно. Счет 5-5, продолжает нагибать Т-23Е3, и это, ребята, без лишнего сарказма я готов сказать, что это классный бой. Очень здорово отыгрывает сейчас американец на 7 уровне. Более того, остается 1 в 2. Это, конечно, не Колобанов, но если ему удастся затащить в этом бою, это будет нечто невероятное. ИСУ 152.
смотрит в душу своим мощным орудием, и я думаю, что самая правильная тактика отступления, что и демонстрирует Т-23Е3, обходя, в попытках обойти противников, сменить фланг, сменить направление. Ох, Иста, как нежданчик какой организовался, и вот этот 400 урона танкования просто божественное. А ведь если бы отрандомило Ису, то ничего хорошего бы не случилось, и вполне возможно, это был бы фраг. Вот оно везение, вот он рандом, который способен играть не только против, но и на руку. Также, ох, и сухо мажет очередное везение. Ну какой же нагиб без доли везения. А как вы знаете, удача сопутствует смелым, и минус и сухо. Ну что ж, второй фраг. Да, фрагов немного, но сколько же урона наносит сейчас игрок на Т-23Е3. Продолжает настреливать урон по ИСУ. И получится ли заклинчевать? Получится ли закрутить? А Иста, смотрите-ка, готовится. Готовится стрелять. Но ни в коем случае еще одно танкование по гусенице. Вот это невероятно. Просто что-то происходит. Господи, у меня аж содрогнулось все внутри. Поджог в НЛД в лоб. Это нормально для советских танков. И плевать, что у них баки и двигатель сзади. В лоб поджечь — самое сладкое дело. И это победа. Машина прогресса затянул бой просто невероятно. Жаль, что мы не можем оценить результаты этого потрясающего сражения. Но это куча урона, куча экшона, и это действительно классный бой. Поздравляю, это великолепная победа, спасибо большое. Без лишней скромности, аплодисменты. Я б уже родил вот так играть, но стальные, вес стальных яиц игрока машина прогресса действительно выдержала карта новая, и также выдержал американский танк, и не выдержали противники, что не может не радовать. Ну что ж, и последний реплей сегодня в нашем списке прислали только сегодня и только сейчас. Да, это реплей, безусловно, это пилотный выпуск передачи «Лучшие реплеи недели» в прямом эфире. Я рассказываю, ну мне впадло монтировать, надеюсь, вы меня поймете. И мы смотрим на реплеи, лучшие реплеи игроков, кто мне их прислал. Конечно, я не все еще смотрел, вообще никакие не смотрел. Но, тем не менее, стараюсь комментировать их ярко, и надеюсь, вам очень интересно. Киберспортивные комментирования реплеев. И под завязочку, AMX50B. Только сегодня дебют юрца 142 на новой карте снова. Потрясающе, вы только посмотрите, какое количество мощных, классных боев случается на новой карте, а значит, у нее есть все шансы стать просто лучшей картой недели, этой недели, и действительно, я надеюсь, нам покажут достойный результат сегодня. 10 уровни, также присутствуют девятки, по 3 штучки и с той, и с другой стороны. Количество ПТ не такое значительное, как могло бы быть. В противоположной команде BX-704, Яхтигр и Е-50. А вот в команде зеленых, СТ-1, Леопард 1 и... что это у нас? Т-54Е1, забыл, как он называется уже. Хомяк, о, точно. В телевизоре. Ну что ж, и пока что аккуратненький засвет. О, господи, какую неловкую ошибку совершает сейчас англичанин. И два, а то и три. Фугас. Фу, господи, по-моему, у меня встал. Это потрясающие выстрелы были в корму. Грубейшую ошибку совершает англичанин, хотя не менее грубейшую ошибку совершает и союзник на 9 уровне на Леопарде ПТА, и счет уже 1-0 не в пользу команды зеленых. Юрец продолжает играть позиционочку, ждет перезарядки, и перезарядка наконец есть. Ох, объект 704, ох, злой, ох, как смотрит внимательно, но не настолько, чтобы дать урон по французу. И посмотрим, да, отвернулся, а вот не надо, тварь, сейчас за 500 урона наибольший дамаг сейчас проходит, еще 401 мажет объект 704, и это еще барабанчик, полностью урона. Ваше здоровье, господа. А мы продолжаем. К сожалению, не так здраво чувствуют себя союзники команды зеленых и вообще юрца. И продолжают улетать в ангар мгновенно. Хотя количество фрагов на данный момент и количество ваншотов зашкаливает. Ай-яй-яй, от 704-го ловить никак нельзя было. Но второй выстрел из барабана заканчивает предсмертные потуги объекта 704. Хотя 1000 хп всего лишь остается у AMX-50B, на котором сегодня выехал юрец на новой карте, как бы она ни называлась, я не помню.
Итак, из 7 делает фраг, из 7 на перезарядке, однако и АМХ-50Б на перезарядке. Вот бы отрандомило, это было бы классно. Нет! Да! Все-таки да! Рандомит — это выстрел с поджогом, выверенный филигранно в борт ИСа 7-го, и это заявка на победу. Ну что ж, ФВшечка, еще есть минус, 5-5 счет. Не так много хп остается у Юрца сейчас на АМХе. Более того, союзник также оставляет желать лучшего, мало хп, но ваншот... Ой, заговорился. 5-6. Минус союзник. Прошу прощения, дамы и господа, давно я не рассказывал настолько эпично о боях. И тем не менее, остался Е100 и остался Яхтигр в команде красных. Самое время для кофе. Смочить горло для того, чтобы продолжить комментировать эти потрясающие сражения. Ну что ж. Итак. Вопрос в комментариях, какие еще видосы считаешь годным контентом? Все видосы считаю годным контентом, а также минус по Яхтигру сейчас. А годный контент происходит на канале в данный момент, и АМХ-50Б великолепно, великолепно отыгрывает сегодня, сейчас, на новой карте в рамках рубрики «Лучший блиц недели» пилотного ее выпуска. 407 урона фугасом. Да что же такое-то творится? А вот Юрец как-то не очень удачно с барабанчиком сейчас отыгрывает. И давайте, чтобы подогреть ожидания, нажмем на паузу. Немножечко нажмем на паузу. И надо мне откашляться, простите. Итак, я снова с вами. Обилие везения Юрца сейчас оставляет желать лучшего. Не так много прочности осталось. Фугас не прошел от Е100. А вот барабанчик в борт заходит. И на перезарядке сейчас Юрец. Продолжаем следить за развитием событий. Танцы возле камня как никогда известны. И как никому известны в рамках World of Tanks Blitz, безусловно. Ну что ж, Е100 пытается отъехать назад и не дать возможность Юрцу выйти из-под камня, чтобы нанести сокрушительный урон. А ведь одного барабана хватит, чтобы добрать немецкого мастодонта. Успеет ли? Да, на гусеницу. Отличный выстрел в исполнении Юрца. Кормой, кормой. Аккуратненько, аккуратненько отыгрывает. И еще один выстрел. Ох, вот это танкование. 640 танканул ББшечку и добрал Е100. Вот это да, 5 фрагов. Сколько там урона в описании было, чтоб я вам совсем не соврал. Есть результаты предсмертные. 5938 урона, 5 фрагов. Мастер, это бой, господа, на мастера. Между прочим, великолепное сражение, великолепно провел бой Юрец на новой карте и, конечно, продемонстрировал всю мощь французских танков, которые способны нагибать даже в одиночестве. Ну что ж, спасибо большое за эти потрясающие бои, за эти потрясающие реплеи. Начали за упокой, но закончили за здравие. И это, конечно же, радует меня как никогда. И, конечно, спасибо всем вам, кто прислал реплей. Я вас поздравляю, бои действительно были интересные, очень неплохие. И да, да, на сегодня мы закончим, пожалуй, нашу трансляцию. Крутить меньше надо. Серега здесь, все мы здесь. Здравствуйте, приветствую. 6-то было на 62-ке. Крабовая палка. Присылайте свои реплеи. Почта blitzifansobaka@gmail.com. Я сделаю в скором времени видео, где расскажу, как что присылать, куда. И, пожалуй, мы в прямом эфире будем отсматривать, как только я поправлюсь, конечно, самые лучшие реплеи недели. Надеюсь, вам такой формат понравился. Ну, мне очень впадло монтировать, а так как я комментатор, надеюсь, что я не сильно дерьмово комментировал и вам понравилось. На этом все сегодня. Спасибо, что были, спасибо, что смотрели. До новых встреч и всем пока.